Состоялось первое заседание наблюдательного совета КТРК в обновленном составе. Председатель УНС Абдысатаров представил новых членов совета, их трое. Доцент факультета журналистики КНУ Абдыганы Халилов, заслуженный деятель культуры Бибикан Дусалиева и профессор КНУ Назар Кулышакеев. Члены НАБСовета обсудили стратегию развития редакции социально-экономических и инновационных программ. Продюсер редакции Кокуль Арипова проинформировала собравшихся о реализуемых проектах и рассказала о планах.